Признание от актера Марата Башарова ждала вся страна. И, наконец-то, он открыто называет имя любимой. Я к этому веду. Татьяна! О том, что Башаров оставил семью ради фигуристки Татьяны Навки, говорят уже давно. Но он всегда тщательно скрывал свою личную жизнь. Получать все 6-0 мне помогло не актерское мастерство, а связи, а любовь. А вот бывший муж Навки Александр Жулин признается открыто. Он уже пережил расставание с ней и старается забыть о семейной драме в кругу друзей. Я очень люблю, чтобы было много друзей, чтобы была большая компания. Рядом с фигуристом его новая любовь. Это Наташа Михайлова, моя девушка. Марат Башаров на вечеринке один. И все разговоры только о работе. Я улетаю в Таиланд на съемки. Вот. Буду плавать там с тайкой. Дай бог, чтобы это была тайка. Будет ли Марат Башаров так же откровенен, как Александр Жулин? И подтвердит ли, что у него роман с Татьяной Навкой? Кто-то самое, которое рядом, которое любит, ждет дома. Татьяна Анатольевна Тарасова. Серьезно? Я так и знал. Замечательно! Ты не поверишь.